Эта история произошла со мной, когда я был еще мальчиком. Утром мне, как обычно, не хотелось вставать. И я сказал, что еще сплю. Честное слово, сплю. Но мама почему-то не поверила. И мне пришлось вставать. Мама спросила, ты зачем сломал ее? Она сама, говорю, честное слово. Она снова не поверила. Я даже обиделся на нее. Конечно, я соврал. Ну да, я врал иногда. Но тогда мне не казалось, что это плохо. Каждое утро надо было прибирать постель, умываться, чистить зубы и пятое, и десятое. А мама все свое. Ты почистил зубы? А я чищу, чищу. А уши вымыл? Мою, мою. Что ты там так долго? Неужели не понимаешь? Пока зубы почистишь, столько времени пройдет. А тут еще руки мыть надо. И лицо, и шею. А я еще ноги хочу помыть. Я хотел ноги помыть, честное слово. На завтрак мама часто варила кашу. Ах, сейчас бы мне эту кашу. Но тогда я ее терпеть не мог. А потому опять соврал. Сказал, что поел и бегом гулять. Ну, конечно, пообещал, что со двора ни шагу. Тут-то все и началось. Вдруг меня остановил какой-то странно одетый незнакомец и назвал по имени. Я говорю, откуда вы знаете, как меня зовут? О, я все про тебя знаю. Вот только, говорит, не знаю, где ты штаны порвал. И тут я стал заверять, как мог, что штаны мне порвал один мальчишка, и что иду я за сахаром, и что послала за ним меня мама, и, как всегда, добавил, честное слово. Тогда он предложил подвести меня до магазина. Во, повезло, думал я. Еду, как настоящий принц. Эх, ребят с нашего двора не видят. Лопнули бы от зависти. Thank you.
Смотрю, выехали за город. Куда это мы, дяденька? Спрашиваю. Разве не знаешь, отвечает он, сахар покупать. А скоро мы приедем? Снова спросил я. А он, скоро? Честное слово, не успеешь и до трех сосчитать. Раз, два, три, сосчитал я, но мы никуда не приехали. По-моему, подумал я, он меня обманывает. Куда это мы приехали? Спрашиваю я. В магазин за сахаром, отвечает он. А мне не надо сахар, говорю. Я вас обманул. А он, и я обманул. Добро пожаловать в королевский замок. Подождите здесь, сказал, а сам исчез. Снова появился незнакомец. Нет, 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 говорит. В таком виде не подобает идти на прием к королю. Штаны порваны, рукав грязный. Вот это другое дело. Ага! Хмыкнул король. Еще один честный человек пожаловал. Конечно, честный. Я даже обиделся. А что? Я никогда не вру. А они хи-хи-хи-хи-хи-хи. Мы тоже всегда только правду говорим. Хи-хи-хи-хи-хи. И ни словечко не соврем. Хи-хи-хи-хи-хи. А как тебе наша хрустальная люстра нравится? Вот и врете, говорю. Это же обыкновенные воздушные шарики. Знаешь, почему тебе кажется, что мы врем? Потому что у тебя нет одного уха. Я хвать! Ой, оба на месте. А они хи-хи-хи-хи-хи-хи. Обманули. Вообще-то думаю, что на шутки-то обижаться? И не обиделся. Тут король говорит мне. Отдохните с дороги в мягком кресле. Я разбежался и плюх. А мне опять противно так. Хи-хи-хи, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Ну все, подумал я тогда, все. Вот если еще что-нибудь, и вдруг его величество король последний за вашу честность жалует вам мороженое. Ой, мороженое. Ой, ну конечно, за него я готов был все простить. Thank you.
все ха-ха-ха, ха-ха-ха. А этот делает вид, что ничего не знает. Мне это надоело. И я спросил, когда вы меня обратно домой-то отвезете? А ты, говорит, перекувырнись через голову и сразу дома окажешься. Честное слово. Это же волшебный замок. И тут его величество король последний объявил: сегодня к нам приедут гости из дальних стран. Нужно подготовить им торжественную встречу и показать им наш замечательный замок. Они что, ничего не видят, что ли? Во, разине-то, подумал я. А король-то да-да-да, нигде в мире нет такого необыкновенного и роскошного замка, и такого скромного, такого правдивого и честного короля, как я. Дорогие гости, не угодно ли вам отдохнуть с дороги на мягких диванах? Я больше не мог выдержать обмана. Не садитесь на эти диваны. Если вы сядете, они лопнут, и вы упадете. Здесь все не настоящее, даже мороженое. Это замок лгунов, врунов и обманщиков. Очень прошу вас, отвезите меня домой. Не хочу я больше здесь оставаться. Мне сказали, ну вот и твой дом. Я поздоровался и попросил шофера отвезти меня домой. Он оглядел меня с ног до головы. Это форма такая в нашей школе, соврал я. Шофер ничего не ответил и уехал, а я задумался. Да. И тут я все понял. И вы знаете, с тех пор я никогда не вру. Честное слово.